Full Red Team Winst. Что завтра, если буду, тоже там соберу 25-ку. Сколько часов? Ну, ты в последнее время пати соберу. А, Вань, чё пати не даешь? Кул уже тут. Я ж просила место оставить, ну ладно. Давай. Кула, так это, кула-то. Иди вместо меня. Не обязательно, я получу его. Ты давал пати наскриться. Я могу потом пойти. Что-то ленуло. Я потом в другой раз пойду. Такие же места. Мне кто-то уступил, не надо. Да, у Филипса. Потому что человек тоже хотел. Ачивки есть. Так у него есть ачивки, он просто уже помочь. Давно собрался место уступить. Давайте добиваем это тоже, дальше не агрим. Че, ордру надо? Не, уже фу. Не, ну как, я могу спекнуть? А, нет, он 3 хила, пойдем пока. Хила. Там нам, Войд, Кав, 3 хила. 4-й, там уже спекнемся потом. Ладно, Лок пока там летит, давайте дальше чуть-чуть дальше сагрим с правой стороны, центральный агрить, кто там танки. За свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит, враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Так, давайте шкаф сейчас засунем. Что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последний. Там, Тримфиф, ты же там протопал есть, потанчишь. Тыкайте на сумму самих игроков. Той силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. По бафам будет MP5 раздаст. Протопал рота всем. Экстрим как кулаки, Дримфи в каске. А, не, блин. Дримфи в прото раздаст. Каль каски раздашь. Все, давайте суд можно трэш чистить дальше. Тут добавляемся. Так, это ловушка слева. Отойдите за стенку, чтобы вас не поубивало сейчас. Дыхнет. Играйте по мелкому трэшу. В конце концов, все вы будете слушать мне.
один еще жив? Верховный лорд, возможно ли это? Сила света не ведает преград, Сауфанг. Его душа безмерно страдает, и все же, пока он жив. Мы должны спасти Теперь его. Наша задача Если ясна. Мы заставим короля Лича ответить за все злодеяния и спасем паладина. Коркрон, готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Давайте на стеночку встали, там ДК ловушку чек, если есть. Если нет, то арит центральный трэш и веди на стенку. Через пауков играйте. Дайте фридом. Эй, Войт, ты чё, блядь, спекнул с Уретрик? А, там хилом побудь. Так, пишите, кто на квеспек роет, куда ЭП получает по хилам, Карлик, Войт и Шаман. Пятая платье, остальные потом будем еще спекаться. Дайте столик, фулбаф и даем, Слава, ты МП5 бафаешь. Кушайте рыбу. Да, не, роль уже там на кого-то одного. Там клятва надо охотнику будет на мейн. Так, давайте, кушайте рыбу, смотрим, нам что по бафам не хватает. Чик на пул. Надо кому-то ачивка с шипами тут. Это, кулак пухан там бы, если можно. Вот я один. Ну, будем шипы это сливать.
тебя там кулаки добафают. А кулак кто бафает? Экстрим. Хороший вопрос. Экстрим. Тот, кто ничего не бафал, наверное. Dream Team. Короче, я бафни. Как, по-моему, каски бафает. Войд MP5, Dream Thief Proto. Экстрим как кулаки, по-моему. Мне уже бафни. На, бафнули. Ну давайте чек на пул. Дайте лапу, просят. На этом бусе рост не давать. Давайте, все готовы, ДК начинай. Смотрим, сейчас будет шипы, 10 секунд, готовьтесь канта заливать. Давайте, 3 шипа сыграли. Шипы смотрим, 2 секунды. Что ты там шип с правой стороны ты делаешь? Правая, с левой стороны шип сбейте быстрее. Давайте, ребро убьем все, но когда шипы выйдут, будем шипы сливать сразу же. Беги, малышка, беги. Давайте, отбежали от ребра. Смотрим лужи, куда будут литься. Давайте, смотрим, сейчас шипы будут через 5 секунд. Шипы главное сыграть. Идемте по джоку, все бежим. По лужам бежим, под жопу главное. Давайте, шипы 2 секунды. Не стойте в лужах. Да, ну ладно, ролик там кому надо что-то, ну, вряд ли кому-то что-то надо будет. Так, Хризи, давай в танк спекайся. Давай, сейчас одна из двух самых сложных ачивок будет, на прок как повезет, как они будут перерождаться. 5200 ГС сразу же. Видите, пока ты трэш, я отойду на 2 минутки. На ГС не смотри. Да, я знаю. 2 шмотки и всё, пятак. Даже 5300 почти.
Бафните, пожалуйста, магов. Аску там. Монорик. Берите столик.
я уже тут, подходите там. Короче, нам нужны 5 мобов. Один фанатик. Короче, один скелет, собаки и 2 обычных. Первая фаза. Долбим, короче, леди, где-то процентов до 15. Стопаем ДПС. Первый трэш смотрим. Перерождается сразу метки. Метки будут такие: звездочка, кружок, ромбик, трусы. Может, полумесяц. Друиды. Короче, на вас будет важная задача. Достаете корни на кособокого, когда переродится, будете его контролить корнями, чтобы он не убежал. Если будет новый кособокий вылазить, на нем будет черепок. Его, короче, будете сразу сливать. Только того, который в метке будет, его не трогайте. Ну там печенька или ромбик, что там на нем будет. Также будут мобы на первой фазе, там могущественные последователи или фанатики, как так они называются. Даже без команды. Начинаете их сразу сливать. Начинайте их, короче, сразу сливать. Но потом три моба оставляем, выходит новый трэш, и мы сразу переводим леди. Соответственно, два БДК будут право-лево, протопал будет на боссе. Ему будет легче это все собирать. Ну давайте, чек на АФК на пул. Смотри, там что, бабафов не хватает. Давайте, все готовы, идем пулять босса. Друиды там, контрольте, дайте крест по шаманам. Давайте, первый трэш не трогаем, играем босса пока. На 30% стопаете доты. Давайте, первый трэш не бьем, пусть перерождается. Ой, блин, а там с хилу забыли спекнуть, да? Ладно, хилы, рвите жопу. Так, трэш взрывается, смотрим, кто сейчас будет. Давайте, бейте пока леди. Так, юбка первая есть. Так, первую юбку не бьем, звездочка. Контрольте своего. Контрольте своего, там бейте леди, все, стоп доты. Бейте точечно. Так, трэш, когда будет взрываться, от него отходим. Давайте, сливайте остальной трэш. Не переродился больше никто, сливайте остальной трэш, кроме звездочки. Друиды, диспельцы. Все, кто может диспелить, там три хила, маги, там друиды. Станьте звездочку. Так, давайте. Крестик бейте сразу. Крестик бейте точечно. Контрольте своих. Вы осознали бессмысленность своих действий? Так, больше пока никого не бьем. Ждем юбку, ждем кособокого. Так, могущественный вышел с левой, с правой стороны, сливайте его прям быстро. Зато Фалариан резай быстрее. Наама резай. Так, дайте им на ману, сливайте весь трэш, короче, кроме звездочки. Мы переродились моба. Джест, резай меня. Видите, могущественные последователи. Его, короче, надо прям сразу сливать без моей команды. Так, скелет переродился. С
Блин, падаете. Ладно, падаете. Тут не прокнуло немножко. Тогда давайте с одной стороны будем трэш полностью сливать, с другой будем ждать бирса 9 минут. Давайте с правой стороны будем, короче, фулл трэш сливать. Тут мобов мало сильно. С правой стороны трэш выходит, сразу его сливаем, короче. И хилы. Вот там друг говорил, мог спекнуться. Там у кого там R-True был, кто говорил? Да, я слышал, спекнусь. Давай, спекайся в R-True. Может, тоже хапало тут спекнуться. И сам... Самое главное, там все друиды, маги, там все, кто может диспелить проклятие, прям сразу диспелим. Потому что тут с проклятиями будет много. Так, Фромер спекнулся. Штурм, туда присты будете через взрыв бить. Ставьте рыбу, пока остальные подойдут сейчас. Так, ставьте рыбу, можете фулбаф. Давайте тут. С правой стороны, короче, будете всегда в трэш сливать. Сильно много трэша выходит. Кушайте рыбу. Там медлики помогайте, тут тоже бить трэш, а то там щиты прокают, плохо сливаются. Давайте чек на пул. Справа сливаем трэш, да? Сейчас. Да, справа весь трэш сливаем. Давайте, все готовы, начинаем. С правой стороны трэш слили весь. Милики, бейте пока леди точечно. Ну, милики там бейте леди. Все, остальное даже пока не трогаем. В центре фанатика тоже можете слить. Так, кособоки вышел, друид звездочку поставил. Отведи вот к лестнице только танк. Давай, друид, контроль. Кособок, там какой-то экстримку за контроль. Все, ждем следующий трэш. Этих двоих не трогайте. Можете Кособокова слить, который крестик, точечно. Могущественно сливайте быстрее, тоже нафиг не надо. Эти могущественные, они должны милики сливаться, потому что там щит. На отражение идет. Давайте слышал трэш с правой стороны, смотрим. Сливаем с правой стороны трэш. Так, вот тамблера законтрольте. Справа трэш, зафиряйте. Так, смотрим, кто тут с левой стороны сейчас будет. Законтрольте там. Так, могущественно сливаем. Милики там, включайтесь. А этих двоих не сливайте, этих двоих не надо бить. Должны перерождаться. С лестницы тоже моба не трогайте, можем переродиться. Так, отошли, трэш взрывается, смотрим, кто там взорвется сейчас. Так, миликовский скелет есть, значит еще юбка нужна.
правой стороны три сливаем. Так, юбку. Печеньку не трогаем. С правой стороны весь трэш сливайте. Диспелите проклятие. Так, отошли, взрываются мобы. Отошли, там мобы взрываются. Отводи там, кто там вышел. Так, сейчас один вышел, милик. Так, там один скелет без метки, его, короче, слить надо. Поставил на него звездочку. Альтаев, законтрольте, крестик слейте. Так, отошли, трэш взрывается, кособок вас законтрольте. Отошли от взрывающейся. Вот так, кто там? Юбка, отлично. Сейчас будем переводить трэш. Готовьтесь, идите все клейте. Больше трэш не сливаем. Блять. Так, остальной трэш не трогаем. Третья метка, ромбик, надо кособоки. С правой стороны весь трэш сливайте. Короче, с правой стороны весь трэш сливайте. Надо еще кособоки, чтобы был. Все, вышел кособоки, фулл ДД в леди. Трэш не трогаем вообще. Даем рос, переводим. Дайте ротрамблеру, БР, кто-то, быстро. Дайте гимна на ХП, резайте двух хилов. Милики, там фанатик пошел, его не бейте точечно. Фламба, резай калка быстрее, Войда ресните кто-нибудь. Дайте гимна на ХП, остальные. Давайте, тащите Фромер. У кого БР есть, резайте Войда. Давайте, фулл ДД в леди, своих контролем. Дримфивера захилите. Если есть БР, еще резайте кого-то. Давайте, фулл ДД в леди. Только в мире трэш не слейте. Диспелите проклятие. Контрольте Зелона. Фромера захил, Фромера захил. Дайте гимны на ману. Все, там поймайте трэш, только играйте леди, дайте войско, там ДК. Фромера хильте, дайте ему гимн на... Блядь. Пробуйте добивать, там танки упали, не захилили, законтролили, БДК не пропнуло. Так бы сейчас ачивка была, ну пробуйте точно, бейте. Дайте войско, там Хризи, кто-то дайте. Фулл ДД в леди, давайте, 1,5 миллиона, законтрольте Вилли, кто зарежет. Давайте, миллион остался. Пробуйте, 400 тысяч, 300, тот и добьют, может кто-то выживет, 200. Давай, Элемы. А, ключка. Давайте. Блядь. Сука, 10 тысяч. Давайте, бежим, встаем. Ну, видите, не пропало, короче. Да, софт перестали чуть. Ладно, сейчас будет ачивы. Ну и сами видите, там 10 тысяч не хватило. Там... Кособоки, если ты сагрил Кособокова, старайся кинуть на него оковы и бегать от него. Другой трэш так не будет бить. Он в контроле там один, только второго, да, там желательно нет, там оковы от него и бегать. Упал ДК и началась хуйня, потому что Кособоки бьет по 20 тысяч, все остальные мобы по 2 тысячи бьют. Да упал ДК и... Да меня трэш убил, не Кособоки. Ну я и смотрю там, в деталях смерти, что Кособоки по 20 тысяч бьет. По-моему, там ДК просто законтролили, а ДК трэш уже потом всех вырезал, у него агро спало. ДК? Я еще прожил от него, под контроль попал. Я тебе и говорю, если твоя... под контроль не попал бы, твоя прожимка, прожимка бы осталась. Твоя прожимка — это оковы кидаешь на Кособокова ЛПшкой, оковы и бегаешь от него. Остальные мобы там так заберешь ЛПшками. Так, ладно, давайте там, бежите все, Роджер тут, давайте фулбафы там, присоедините у кого БР без КД. Ну чё, в обычке мы так же самое делали, там пару раз падали. Только фламба. А Фаларин, что там у тебя? Что там у тебя с БРом? Отказываюсь. А, 2 секунды. А я вдруг, что там БР у тебя есть? Так,
ну давайте. Что там, лог? Да, естественно. Блин. Ну дай, наверное, Трамблера, может, если он умрет, то сразу встанет. Ну не должен он умереть. Так, давайте, чек на пул. Тут лут не переставил, то и падаем, короче. Так, Зелон, Скерца. Давайте все готовы, пуляем. Справа стороны так же само, сливайте весь трэш. Давайте с правой стороны играем по трэшу. С лестницы, ну ладно, ну с лестницы можно было и не забирать. Бейте там пока леди, с левой стороны не надо там бить трэш. Там друиды готовьтесь, потому что там кособоки скоро будет. Контроль 10 секунд и смотрим на кого. Нама, законтрольте. Там вроде фанатики, если зеленую лужу завести, то они вроде перерождаются. Но это не точно. Так, смотрим, кто там взрывается один. Смотрим, кто сейчас будет. Так, обычный скелет, да? Надо еще юбка и кособоки. Да, приверженца слева можете слить, короче. Нет! Звездочку не бейте, а того приверженца бейте. Так, справа трэш играем все. Контрольте своего. Так, кособоки вышел, кособокова контрольте друида, кособокова печеньку поставил. Так, это все трэш взрывается. Так, взорвался кто там? Отошли от трэша, взрывается он. Так, кто там вышел? Так, сейчас поставлю крестик, крестик надо будет слить. Так, крестик сливайте точечно. И череп сливайте. Крестик и череп сливайте. Остальных можете отводить. Только тех не бейте. Контрольте Тринфива протопала. Ждем с правой стороны трэш, будем его сливать. Приверженца в центре тоже можете слить. Так, нам еще надо юбка, короче. Кособоки там, законтрольте. Справа сливаем и ждем юбку. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Так, взрывается, смотрим, кто там будет сейчас. О, кособоки, череп слейте, он нам не надо. Череп слейте, точечно. Так, крестик слейте, нафиг не надо. Остальных не трогайте, вроде взрывается. Чине. Все, остальных пока не трогай. Ну вот так, кто-то взрывается. Череп слейте тоже точно. Так, череп слейте и крестик слейте. Не прокает. С правой стороны сейчас будем трэш опять сливать. Хватит, моба не трогайте. Леди, они леди бьют. Стойте, леди, 4% пэта, отзовите. Не бейте, леди, с правой стороны только трэш сливайте. Ждем там с правой стороны, нам юбка нужна. Юбка и будем переводить. С лестницы не трогайте. Калька, контрольте. Кособок у вас законтрольте. Так, пока никаких не трогаем. Так, взрывается мобы, там отошли милики. Кто там, не вижу. Диспельте, так, скелет нам не надо. Так, крестик слейте. Да, вот этот, слейте, слейте, поставил на него трусы. Так, давайте, ждем трусы еще. Нам все этот, юбка надо, диспельте проклятие. Так, могущественного сливаем. С правой стороны трэш сливайте и могущественного сливайте. Могущественного милики с правой стороны сливайте. В центре приверженцев, ладно, не трогайте их. Отойдите от них, может взорвутся. Смотрим с правой стороны и в центре, нам юбка нужна. Отойди, там взрывается кто-то.
Блин, опять не тут. Сейчас поставлю крестик, будем сливать. Так, давайте крестик сливаем. Амнистия за контрольте. Давайте вот этот крестик тоже сольем в центре. О, так, отошли в центре, взрывается само, подошли в центре, взрывается. Крестик слейте. Отлично, сливайте крестик и переводим. Готовьтесь переводить. Стойте, 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 стойте. Кособок вас законтрольте. Ждем последний трэш. Все, переводим. Дайте рост. Фул ДД тупо леди. Своих не бейте. Дайте геру там. Своих только контрольте. Там обувь там не будет перерождаться уже. Стой, там остановите за гротом, косты сбивайте. Ротрамблера, Бера, Трамблера. Дайте войско, ДК, войско дайте. Давайте, войско дайте. Хилов ресайте, Фалариан ресай Войда. Фалариан Войда, Фламба ресай Аркона. Ресайте быстрее, гимны на хп дайте. Дайте ману, гимна ману. Гимна ману, там какие-то гимны дайте еще. Испелите проклятие. АОЕ не бейте под босса. Не бейте, АОЕ бейте только точечно. Давайте, играйте по леди, хилы там отходите, если на вас мобы висят. Дайте гимны на ману, там все что хотите. Контрольте своих. Давайте, три хила там хилят нормально. Гимны на ману, приста законтрольте, приста законтрольте. Диспельте, проклятие, хилы там, друиды, все, ротрамблер, БР. А я живу. БР, ну, диспельте, диспельте. Давайте, бьем леди, бьем леди. Давайте, 1 700 000 остался, победный. Аккуратно звезду не залейте, а то провалим очи. Воска, да, у звезды. Силов нету. Не бейте звезду там. Почему это чива такая битерская? Мы что-то не знаем нахуй, почему так сложно делать ее нахуй? Или танки хуй знает, почему он один танчит, бля, я не понимаю. Да, не. Как? Ну короче, как? Понял ошибку. Получается, когда трэш выходит, кособоки перерождаются. Я просто кособоки в рейде сложил. Ну, сложил его. Там много трэша на нем. Читай, так, кособоки а его шотал, и кто-то еще шотнул. Я понял, что его шотают. А почему он один, блядь, танчит? Сука, мобов. Почему не может второй танк ему помочь? Или третий, хуй знает. Второй с другой стороны танчит. Один босс уловит. Один вообще хуй стоит, пинает, блядь. Два танка хуй пинают, рандум, блядь, станчит. Ему пизды дают по КД. Ну, нормально, короче. Следующий раз еще будет лучше. Охотник, роль там я тебе дам лук и ноги. Где ты там, охотник? Че там, четвертая партия? Блин, я повис, короче, походу. Молодцы. Я кинул ролл. Да-да. Конечно, как бомжи убили, но я, короче, понял ошибку. Так что завтра будет еще лучше. Вы там можете сами собирать. Видите, правый трэш сливается нафиг. Ждем там три моба. Кособоки, скелет и юбка. Трэш новый вылазит. Переводим леди. Но там можно поставить престов или там кого-нибудь из РДД. Если там кособоки перерождаются, чтобы его сразу все шотнули. Да, танки не будут умирать. Молодцы прям. Ачивка в принципе не сложная, она чисто на прок повезет, по идее. Можно там справа не бить, там чисто точечно смотреть, там какой трэш выйдет, чтобы перерождался. Это долго, как по мне, проще на прок смотреть. Ну, короче, ачивка она проходная. Так, сольете, там три хила, можете остальные все ДД спекаться, кто там на рейде спекался, спасибо, молодцы. Дайте там гимны на ману, если есть. Можете какие-то масбафы дать, там перед сурком добавим, все нормально уже потом. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам.
Ну, берите ранцы, просто летайте там. Одна, если кому-то надо, БДК летают, протопал у нас, там пушки с эти сразу греть, там запущу сразу. У меня вот одна ачивка с того рейда осталась, таинственная дама. На Синдре? Угу. Я пушку сяду, фантом. У меня толку к крану мало будет. В общем, да, в прошлый раз сделали в десятке, в одного танка за скрепом просто прячемся и нормально все. А там не пробивает ничего там, не знаю, починили, сломали, хер его знает. Ну, по идее, сломали, она должна склеп обходить. Вы видите? Что это там вдалеке? Просто фишка в том, что она когда за склепом, танк, у танка перед лицом склеп, то она танка не бьет в мили, то есть она ему не херачит. То есть это баг. Это можно и с двумя танками делать, ну, проще так взять, если оно работает, чем не работает, хер его знает. Ну, либо по тактике, либо зерлю. Два варианта. Да, ну жалко, всегда тогда, в прошлый раз почти сделали, там 10 тысяч не хватило, как и на рейде. А там да, там вообще по понтам. Там, считай, если там в мили-зоне стояли, чтобы притяжка быстрее протянулась. Ну то же самое. Да, вообще быстро. Как тогда сказали, может даже у одного просто первую, какую там, блядь, первую сторону разбить, вторую под босса, и под ней все скинут стаки. И танк развернет, и рейд скинет, и все, и потом после этого уже рост давать. ДК лети. Тогда точно ДПС охватит. Ну там. Сало, подойди. Там сова, отойди. Перелетаем обратно. Ладно, добивайте, сейчас я приду, короче. Там Слава дал тебе ассист, если что разрулишь, там сразу запустите, но я быстрее приду. Ты лут-то дай. Да, дал. На тебе сразу релыш, если я вылечу, чтобы не ждали меня. Сами там некоторые сделали. Первая пушка слакает больше всех. Я еще истерию дал. Я ж показал, куда, где тащер сидит. Что-то вы, блядь, и сейчас походу не надеете. Давайте, блядь, активнее. Пушки, я не знаю. 1-1-1-2, блядь. Сука, забазарил, блять. Персонаж мой. Тобби слакает, Тобби нахуй. Чё за хуйня? Мне нужна цель. А чё Ваня не говорил, запускать не запускать босса? Кольцо рольте. Чё запускаем, тебе РЛ отдал? Ой, дай запы. Мне нужна цель. Хантовский. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. Сначала. Ну а на войда ролишь, да? У меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. Так. У меня нет цели. Вил мне дать запад. Сначала да? Нужно выбрать цель. У меня нет... Слава, я тебе отдам кольцо, потому что, оказывается, у меня уже такое есть, и сори. Мне нужна цель. Я просто. Спасибо. Сначала нужно выбрать цель. О, лучший просто. У меня нет цели.
Кто второй по ролу был? Вспомните на кольцо. Не помню. Ну, вам ты на кольцо был? Давай-ка смотрим. У меня нет цели. Да, ты. Сначала нужно выбрать цель. Блять, мне персонаж базарит. Сначала нужно выбрать цель. Что надо, блядь? Мне нужна цель. Так и должно быть? У меня нет цели. Нет. Рело быстро. Бывает такой баг. В личном кабинете сделай исправление ошибок. Нет, просто рело. Сначала нужно выбрать цель. Чего вы не запустили? Сейчас, я голову. Ну, запускай. Давай. Смотрите, что бабаху не хватает, там пишите. Ну, тоже проходная ачивка. Так, сливаем просто трэш бейте, когда выйдет. Каску, крест шаманам просят. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Фламба, я вообще не понимаю, зачем три спека друида одевать? Это же жопа просто. Я специально два друида создал. Это бред вообще. Это такая хуйня. Остался бы цел и чист. Да ну это качать его, потом надо сдолжит шмот одевать приличный шмот, потом в топовый. Так ты видел, как я одевался? Я не качал, мне 80-е. Да, там еще под ПВП еще два друида надо, да? Не-не, не надо. Так, 5 секунд бой начинается там на то, что... Давайте уже сами, я даже не знаю, где мне эта кнопка роста в Элеме. Это будет легко поставить. Трэш, 5 секунд, готовьте сливать его. Давайте последний трэш, 5 секунд, все переключайтесь. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Покоритель.
завоевать. Танк, видите, валькиру к нам. Рейд тут стоим. Это заклинание еще не готово. Я могу прочитать это заклинание. Надо Идите сюда все, идите сюда, сейчас вторую сагрите. Идите сюда все, отойдите оттуда, пэтов отзови, блядь. Играйте все в печеньку. Блин, такое самое было в десятке обычки, когда мы вайпнулись на валькирах, как бомжи. Бейте печеньку, потом вторую будете валькиру бить. Давайте вторую играем на валькиру. Потом сольем. Короче, валькиру играйте. Диспельте вальку. Все, давайте. По валькирам сыграли. Читим по трэшу сыграли. Идемте на чумку.